Двоих браконьеров задержали в Севастополе. Злоумышленники застрелили дикого кабана. В лесу государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Байдарский». О происшествии сообщили в пресс-службе управления МВД России по Севастополю. Нарушителями закона оказались местные жители 53 и 45 лет. У одного из них был собственный зарегистрированный охотничий карабин, а также приборы ночного видения и бесшумной стрельбы. Мужчины ночью выследили и застрелили кабана. Разделали тушу на месте преступления и скрылись. Сотрудники регионального управления уголовного розыска при силовой поддержке ОМОН «Беркут-С» Росгвардии задержали браконьеров по горячим следам. В автомобиле подозреваемых обнаружили оружие и добычу. Своими противоправными действиями мужчины причинили Государственному охотничьему фонду России материальный ущерб на сумму 30 тысяч рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за незаконную охоту. Им грозит до 5 лет лишения свободы.